У меня есть один секрет, но я думаю, что это у меня от природы. Я очень эмоциональная и очень сильный логик. И я между двумя этими понятиями, я между двумя этими понятиями могу переключаться. То есть, когда я понимаю, что я в кадре, я инструмент для выполнения какой-либо задачи, да, как актер, как актриса. Вот, все. Для меня это все. Тут только эмоции. Когда я выхожу из кадра и я понимаю, что есть другая задача, как у продюсера, то есть какие-то вопросы. Меня, конечно, спасибо, старались особо не дергать, да, в съемочные дни, потому что это немножко все-таки сложно переключаться, и большинство людей этого не умеют делать. Вот, но у меня есть такой дар, я думаю, мне просто повезло.